Біздің жігіттер, 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 мені жігіттер, керемет жігіттер. Мұна біз жігіттер, 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 арландай, тарландай біздің жігіттер. Мені, 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 мені. Біздің жігіттер, 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 мені жігіттер, керемет жігіттер. Мұна біз жігіттер, 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 сегіз қылға бір сұрлы біздің жігіттер. Мені біздің жігіттер, 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 мені жігіттер, керемет жігіттер. Мұна біз жігіттер, 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 арландай, тарландай біздің жігіттер. Мені. Ну го, ладно, давайте попробуем Сира Бранте. И говорю сразу, я буду предпринимать решения такие, какие я, лично я, Сир Анатоль Бранте, считаю нужными. Так, ну все, ребят, сегодня я буду вашим чтецом. Была ли жизнь всегда в твоих руках, или ей распоряжались иные силы? Кто же вершит судьбу человека? Я думаю, что мир, если честно. Я вообще склоняюсь к тому, что что-то между сам человек и мир. Но точно не высшие силы и точно не судьбы нет. Поэтому давайте мир. Давайте мир. Я думаю, мир. Так, все, я школьник. Мне 0 лет, чат. Мне 0 лет в данный момент. Так, глава первая. Детство. У меня есть мать, сестра Глория, первая жена отца и дед, блядь, который меня убил в прошлый раз, нахуй. Я это помню, дед. Таящийся вдали тень. Ты с трудом высвобождаешь ручку из тугой ткани и тянешь ее навстречу миру. Потянуться к ладони, потянуться к кулаку, улыбнуться тени. Я тянусь к кулаку своего бати, конечно же. Кулак жесткий, шершавый, даже неприятный, но это твердая рука отца. Бля, батя крутой пиздец. Похож на моего персонажа из Варбанда. Твоя рука будто бросает вызов его силе, и он принимает его. Вот это да. Так, 1118, я появился на свет. Всем привет. Ты пришел в этот мир, какую жизнь ты проживешь в нем? Нежный голос матушки рядом и днем, и ночью. Помню я, блядь, матушку. Она пригорела из-за Назара, блядь. Или как там его звали? Стефан обычно хватает тебя на руки, щипает и подкидывает. Ну, грубиян, грубо говоря. Да, ты мой братик, я буду с тобой играть. Только я всегда буду главнее. Потому что ты простолюдином родился. Ну, вот он, дворян. Ну, сразу видно это дворянское лицо, блядь. Сразу чувствуется его пренебрежение ко мне. Стефан. А! Анатоль, не бей! Анатоль! А! Это будущее, ребят, сори за спойлеры. Разрезает огромная полоса белого света. Слишком яркая, чтобы на нее смотреть. Но я смотрю спокойно. По-любому, я так уже рофлил на продажном. Уверен. Эй, я хочу играть в прятки. Стефан и Глория переглядываются, затем твой брат отходит к большому дереву, закрывает глаза и начинает что-то громко выкрикивать. Глория же берет тебя за руку и ведет за собой во двор. По земле ползают черные жучки. Дом отсюда и не видно. Глория сажает тебя на землю, зачем-то подносит палец к губам и исчезает. Голос Стефана затих. Глории нигде не видно. Тебе становится холодно. Жучки не хотят играть. Ты сидишь здесь уже совсем долго. Совсем-совсем один. Но никто за тобой не приходит. Они забыли о тебе, бросили тебя. Так, я буду сидеть и ждать. Мне похуй вообще, не собираюсь громко плакать. Хотя, в прошлый раз я сидел и ждал, но обо мне забыли. Поэтому давайте в этот раз я буду искать дом ради прикола. Буду искать дом. Хотя сейчас я потеряюсь и меня убьют, прикиньте. Но ты упрямо встаешь и продолжаешь идти в сторону, куда скрылась Глория. Мужчина. Ты выходишь к стене дома, и тут же тебя подхватывают самые ласковые и нежные руки на свете. Это матушка. Так вот ты где. Ты прижимаешься к матери, держишься за нее. Хочешь, чтобы она знала, ты шел сам, без помощи. Матушка гладит тебя по голове, за ней виновата стоит твой брат и сестра. Глория заплакана, Стефан недовольно смотрит в землю. Ты обнимаешь матушку еще крепче. Она рядом. Решительный плюс один. Кто решительный? Я. Скорее бы деда захуярить ножом в бочину. Анатоль, как ты мог? Я крутой дворянин. Все, ребят, 11:20, всем привет, всем ку. Кто удел и соблюдает, после смерти не страдает. Вот тебе, малыш, совет. Знаю удел свой с малых лет. Нравится стишок, Анатоль? А ты хоть ты понимаешь, про чё он вообще, да? Не знаю, зачем я так сказал, сори. Это было странно. Но, извините, я 3 часа настраивал Mountain Blade. Я уже не буду прежним человеком после этого. Глория ничего не замечает, чуть поворачивается так тебе и снова поет последние строки. Вот тебе, малыш, совет. Волшебная картина перед твоим взором рождает непреодолимое желание выразить себя. Внутри тебя загораются слова, но какие? Смотрите, guys, в прошлый раз я как бы справедливо выбрал повторить строку. Потому что, типа, я понимаю, что я простолюдин, и доказываю своим родителям, что я не тупой, как бы, да, что я понимаю, что я простолюдин, и все. Но ради рофла, чтобы не было одинакового прям полностью, можно исковеркать, конечно.
по приколу. Но мне кажется, мне за это пизды дадут просто, если честно. Ну ладно, давайте ради прикола поковеркаем. Я думаю, все равно первая глава, здесь невозможно сдохнуть. Мы сейчас показываем, что у нас есть характер, и мы, бля... Ну хотя, какая разница, мы ребенок, нас не отхуярят, я думаю, жестко. Так что коверкаю. Вот тебе, малыш, совет. Никаких уделов нет. Нихуя себе он исковеркал. Не, он жестко исковеркал. Я ожидал, что он исковеркает что-то типа, когда приедет дед, там, типа, или, не знаю. А он прям жестко, ну, прикольно исковеркал, как разумист. Типа, я охуел от того, как он круто исковеркал. Да это неплохое коверканье. Ты ловишь на себе недовольный взгляд Глории. Ну, сори, сестра. Сори, сис. Прости. Анатоль, песня не так заканчивается. Зачем ты ее портишь? Плюс решительность. Ты, довольный выходкой, пожимаешь плечами. Похуй, изи. В скобочках. Я буквально говорю сестре, похуй, бейзит. И она понимает, потому что смотрит стримы. Вот бы найти какой-то чел, который за меня будет читать. Никто не хочет почитать за меня. Впадлу говорить, конечно. Одним вечером отец собирает вас в гостиной. Скоро у вас будет братик или сестренка. Брат занимается во дворе с деревянным мечом, а ты хотел играть вместе с ним. Брат, в конце концов, рассердился и бросил в тебя мечом. Палка больно стукнула тебя по руке. Ты поднял ее, подошел и ударил в ответ. Ебать, а крут. Почему ты поднял руку на Стефана, Анатоль? Брат начал первым. Ты всего лишь ответил тем же. Да какое он имеет право вообще мне надоедать? Это голос Стефана. Вот вырасту и отлуплю его настоящим... Не, он еще картавит. Вот вырасту и отлуплю тебя настоящим мечом. Нет, ладно. Мне впадло постоянно изображать его картавым. Даже если Стефан ударил первым, тебе не положено отвечать. Ты мой сын, а я из простого сословия. Нам с тобой уготованы страдания. А у твоего брата оба родителя дворяне. Скоро он пройдет причастие и будет править такими, как мы. Те, кто поднимает руку на дворянина, получают наказание. Таков твое дело. Чем раньше ты научишься этому, тем лучше для всей семьи. Так, ребят, через 4 минуты меня выкинут с главной. Вот если вы на главный стрим смотрели первые 2 часа настройки Варбанда, то обычно у меня не такие стримы. Вот, поэтому подписывайтесь. Обычно я не настраиваю игры 2 часа. Честно, честно. Люди не соврут, постоянные зрители. Стефан торжествующе смотрит на тебя. Ты в тревоге смотришь на матушку, не зная, как поступить. Смириться с наказанием, отрицать свою вину, потребовать объяснений. Потребовать объяснений — это то же самое, что я выбрал в прошлый раз, и мне кажется, это самым логичным. Ты требуешь от матушки, чтобы тебе объяснили, почему все устроено именно так. Почему ты родился в простом сословии? Ведь твой отец дворянин. Ты носишь фамилию отца, так почему у тебя не его удел? И почему человек не может сам себе выбрать удел? Какой ему больше нравится? Матушка ошеломлена градом твоих вопросов. Ей не понравилось. Не смей спрашивать меня об этом, Анатолий. Если я начну наставлять тебя, свой удел нарушу я. Ведь я не священник, а простолюдинка. Уф, уф, уф. Тебя секут розгами на глазах у всей семьи. Боль раз за разом обжигает кожу. По щекам катятся слезы. Кажется, наказание никогда не прекратится. Анатолий, а хочешь прочитать тебе стихи? Я сама написала, там про тебя есть. Только никому не говори, сочинять удел дворян. Если матушка узнает, тебя выпарят как за драку. Я вообще не понимаю, почему сочинять удел только дворян? Типа, если я простолюдин, почему я не имею права сочинять? Кому это мешает? Типа, что, мне нельзя просто, ну, сочинить что-то? Ну, хочу и сочиняю, чел. Мой второй отец судья. Первого не знаю я. Матушка твердит себе о сияющем столпе. Братец скачет трам-пам-пам. Это про меня, кстати. Как собачка по пятам. Ну а я стихи пишу, ты об этом не шушу. Сегодня ты нигде не можешь найти сестру. Она давно обещала садить тебя на старый пруд, где живут красные лягушки. Обещала и куда-то запропастилась. К твоим поискам присоединяются слуги. На шум из покоя выходит матушка. Глория находит в отдаленном уголке сада, в ее руках перо и листы, списанные стихами. Матушку не на шутку рассержена, матушка. Пока она пробегает глазами по листам, ее лицо темнеет от злости. Глория взламывает пальцы. Сестре хочется убежать, но кажется, спасения нет нигде. Глория! Что за выходка? Мы уже об этом говорили. Тебе нужно следить за младшим братом. Не смей даже думать ни о каком сочинительстве. Матушка, я могу и сама решить, что мне делать. Подруга. Нет, не можешь. За тебя решено богами. Братик уже не маленький. Ему не нужна нянька. А мне хочется иногда побыть одной, придумывать что-нибудь свое. Я же никому не мешаю. Ты простолюдинка и будущая хозяйка. Пора учиться следить за детьми. Вот если бы ты, если бы твой бесчестный отец оставил меня при себе, могла бы и ты стать дворянкой. А так, надеяться тебе не на что. И марать бумагу я тебе запрещаю. Вот если бы твой бесчестный отец оставил меня при себе, так он что, бросил ее, что ли? Вроде нет. Что это значит вообще? А, это имеется в виду, первый отец оставил. Ну, мне нравится сестра, она... прикольная.
Там она швыряет исписанные листы в камин. Но зачем? А вдруг бы... Вот подумайте. Если бы у Глории были бы супер пиздатые стихи, она бы могла бы зафармить им респекта. Или, например, мать могла бы делать вид, что она эти стихи... Хотя она тоже простолюдинка. Например, она бы могла бы Стефану давать эти стихи, и он бы вырос писарем прикольным каким-то. Матушка крепко хватает Глорию за руку и ведет вас с собой в дом. Там она швыряет исписанные листы в камин. Глория рыдает. Ты наблюдаешь за этим, думая, как поступить. Пожаловаться на сестру, ну это пиздец. Но так никто не сделает. Ни один же. Вот хоть кто-то в чате выбрал этот вариант? Жесть, но если вы выбрали, зря вы так. Утешить сестру, покинуть комнату. Нет, утешить сестру, конечно же. Мы респектуем сестре. Мне нравится моя сестра. Стихи догорают в камине. Матушка удаляется. Делитнули мать с игры, походу. Ты подходишь к плачущей Глории, берешь ее за руку и говоришь, что она ни в чем не виновата. Матушка не права и чересчур строга к ней. Сестра шмыгает носом. Но я и правда тебя бросила одного, ты совсем не обижен на меня. Но я мужчина, я мэн. Или просто бой. Не переживай. Ты мотаешь головой, Глория прижимает тебя к себе. Кайф. Плюс респект от сестры. Анатоль, ты самый лучший братик на свете. Ты тоже, сеструнька. Не запрещено, ты не понимаешь, что ли, эти слова, такие порядки. Да, я не понимаю, слово запрещено, чувачок, бейзит. Да я все понимаю прекрасно, блядь, что мне нельзя вопросы задавать? Может, я просто буду читать и нажимать кнопки, и все. Послушай аудиокнигу тогда, бро. Вы договариваетесь, что она будет предупреждать тебя, если захочет побыть одна, а ты обещаешь всегда ее защищать. Ты увязываешься за ними. Матушка сперва хочет выгнать тебя из комнаты, но затем велит сидеть тихо, молчать и запоминать. Когда вы идете в храм, поклонитесь близнецам. Сперва направо старшему, затем налево младшему. Тебе, Стефан, нужно идти по мраморной стороне со скамьями, потому что тебе быть дворянином. Тебе, Глория, нужно идти по острой стороне. Затем вы оба должны встать на колени, каждый на своей стороне. Ты, Стефан, поцелуешь меч, тебя, Глория, ударят плетью. Не бойся, дочь, смиренно прими это страдание. В этом великое благо твоего удела. Жесть, просто жесть. Глории не нравятся слова о плете, ну это очевидно. Внутри твоей груди тоже что-то сжимается. Тебе велели запоминать, неужели и тебя будут бить плетью? Ну, получается так. Платье Глории на спине пропиталось кровью. Она сгорбилась и едва слышно хнычет. Стефан гордо держит спину и задирает нос еще выше. Жесть, он ублюдок. Почему минус отношения со Стефаном? Я и в прошлый раз этого не понял. Он просто ушел, вернулся и минус отношения. Просто потому, что он принял свое дело и стал дворянином полноценным. Но это хуйня какая-то. Типа он ЧСВшнулся просто. Зазнался, как бы. Ну, понятно. Плюс малой. Плюс простолюдин, как говорится. Мать плохо спит и из-за этого весьма рассеяна. Вот сегодня она забыла свое вязание в кресле в гостиной, нужно отнести ей. Ты бежишь к матушке в спальню, так как соскучился по ее улыбке. Врываясь в комнату, ты протягиваешь матери вязание, но вместо благодарности ты наталкиваешься на ее уставший, холодный, враждебный взгляд. Натан не перестает кричать. «Уйди прочь, Анатоль, ты мешаешь!» Матушка цедит слова сквозь зубы. «Иди прочь, Анатоль, ты мешаешь!» Не, вряд ли она это говорит. Как это цедит слова сквозь зубы, я не понимаю. «Иди прочь, Анатоль!» Не. Вряд ли так. «Уйди прочь, Анатоль, ты мешаешь!» Вот так вот, наверное. Вот так вот. «Иди прочь, блядь!» «Беги, сука, беги!» Что-то около того, мне кажется. Ты смотришь на надрывающегося младенца. Он ни на миг не дает матери отдохнуть. «Да сколько можно? Когда ты уже замолчишь? Я хочу покоя!» Матушка мечется по комнате и со злобой трясет Нейта в руках. Не, ладно, хуйня. Натана. Ребят, вот если меня смотрят, друг, разработчики Сир Бранте, я знаю, вы русскоговорящие, ребят... Поменяйте ему имя, бля, реально, на Славика какого-то. Ну сложно, Натан. Братик плачет все сильнее. Кажется, она вот-вот швырнет его о стену. Так она устала от этого. Непрекращающегося крика. Нужно что-то делать. Тебе страшно от того, что делает мать, но еще больше ты боишься за жизнь маленького Натана. Позвать отца, принять гнев на себя. Не, принимаю гнев на себя, как мужчина. Зачем батю звать на крысу? Ты подбегаешь к матушке, которая продолжает страшно трясти Натана. Брат заходится криком. «Оставь! Меня в покое!» Твой голос вдруг заглушивает крики матери и брата. «Натан не виноват, матушка просто устала, не надо трогать младшего. Если нужно наказать кого-то, пусть это будешь ты, а не братик. Он такой крохотный, еще ничего не понимает». Жесть, он реально же ничего не понимает абсолютно. Матушка встает на месте, как вкопанная, сощуривая глаза и смотрит на тебя. Ты даже отшатываешься от этого взгляда полного холодной ярости. «Ты будешь учить меня, как мне, матери, следить за ребенком? Как успокоить капризного малыша, зная свое место, маленький, неблагодарный, настырный всезнайка?» Мать кладет Натан на постель, надвигается на тебя. Ты делаешь еще шаг назад, но за твоей спиной закрытая дверь. Пощечина тяжелая, обжигающая.
Щека горит, в голове звон. Ты зажмуриваешься, ожидая продолжения, но ты слышишь только тяжелое дыхание матушки и надрывной плач Натана. Стук в дверь. Ты отходишь в сторону. Это отец. Он смотрит на тебя, держащегося за щеку. На плачущего Натана и на матушку, раскрывающую от гнева тяжело дышащую с выступившими слезами. Сын, ступай к себе, я скоро приду. Блять. Мать. Получит небольшой дисреспект от бати, скорее всего. Спустя время плач Натана затихает. Ты слышишь в коридоре тяжелые шаги отца. Он заходит к тебе и садится на постель. Не злись на свою мать, сын. Нет, сейчас надо голос отца спародировать. Не злись на свою мать, сын. Видят близнецы, она не хотела никому вреда. У нее сложное время, но мы пройдем его вместе, как семья. Ты защитил брата, его поступок. Это поступок маленького дворянина. Я горжусь тобой. Твоя матушка и Натан сейчас отдыхают. Сильно болит. Ты качаешь головой, но ладонь сама тянется к щеке. Ай, блядь. На свет появляется твой младший брат, Натан. Нихуя, кило 4, блядь, судя по картинке. Я испугался. Короче, там приедет дед, и он, ну, твоих солдатиков сожжет. Если ему в ногу ударить, он убивает тебя. Как бы странно это ни звучало, но это правда. В те дни, когда отец не пропадает на службе, ты часто видишь его на заднем дворе. Там он подолгу упражняется со шпагой. Тебе можно только смотреть на фехтование. Трогать шпагу, а тем более учить драться, запрещено. У двери во двор висит отцовская шпага. Похоже, отец забыл ее здесь после упражнений. Ты сперва... О, я это вообще не помню, кстати. У меня этого не было, по-моему. Ты сперва медлишь, но затем решительно хватаешь шпагу и выбегаешь с ней наружу. Там ты, наконец, разглядываешь оружие вблизи. Шпага тяжелая, без вычурных украшений. Отец рассказывал, что ее делали под его руку. Ты рассекаешь воздух, представляя, как дерешься на дуэли за честь семьи Бранте. Но твою руку слишком ведет назад. Лезвие задевает твое плечо, рубашка рассечена, ткань окрашивается алым. Он порезал себя? Ты пытаешься пережать рукой рану, но кровь идет все быстрее. Анатоль, что ты тут делаешь? Этот голос бьет сильнее, больнее шпаги. Отец быстро шагает к тебе, треск ткани. Жесткие руки туго перевязывают плечо. Отец присаживается перед тобой и неуклюже обнимает. Бля, батя, респект нахуй. Батяня, батек нахуй. Ты такой крутой. И с солдатиками помог. И не пригорел за шпаги, блядь. Ну реально респект. Батя, респект, блядь. Вот реально. Однажды ты можешь... заслужить право на оружие, но сперва нужно подождать и выучиться, стать дворянином. И тогда я с гордостью буду сам учить тебя сражаться. Ты готов согласиться с ним, его слова так убедительны. Но как можно забыть о своих мечтах? Только чтобы получить одобрение отца, прав он или нет? Ну, батя прав, объективно. Но, конечно, хотелось бы поучить. Чувствуется, что батя в принципе мой кент. Я чувствую это. Давайте я просто его попрошу, хуже от этого не будет. Сомневаюсь, что он меня высечет, блять. А поупражняться со шпагой — это респектыч. Давайте. Я бы попросил бы, я думаю. Испытывающий взгляд отца давит на тебя. Ты долго молчишь, наконец решаешься. Ты просишь отца научить тебя сражаться, хотя бы самую малость. Вот это пригодится тебе в будущем. Так ты сделаешь первые шаги на пути к дворянству. Теперь молчит отец. Он пару раз набирает в грудь воздух, как будто хочет отказать, но затем все же протягивает тебе шпагу. Батя, респект, батя, респект, батя, респект, батя, респект. Жесть, жесть, вот я знал, надо рискнуть. Сюда. Плюс ачивка, урок фехтования. Интересно, а если сейчас уебать деду, урона будет больше? Чтобы ты запомнил этот день, получишь подарок. Лидия, нужно собрать нашего школяра. Хочу отправиться с ним в торговый квартал. Батя. Стефан просится с вами в город, но отец строго отдергивает его. Это твой день. Старший брат обиженно замолкает. Пошел нахуй, Стефан. Жесть, такой кайф поднасрать Стефану. Хоть это просто пиксели на экране, и Стефана не существует на самом деле. Но я испытываю блаженство от того, что Стефан идет нахуй, и я с батей иду в торговый квартал. Довольно странное впечатление, да? Но это так. Отец интересуется, готов ли ты выбрать свой подарок. Ты отвечаешь: фигурки Ордена Святых Воителей, батя. Только они, ничего мне больше не надо, кроме этого. Это же самые лучшие бойцы Империи. Ну что ж, хоть война пока и не твой удел, солдатики приучат тебя мыслить как полководец. Мы будем вести ими сражения и изучать стратегию. Беги! Бери свой подарок. Путь преграждает разодетый мальчишка. Малой. Он хочет забрать твоих рыцарей себе. Мальчик тянется к ящику сам и изо всех сил отпихивает тебя локтем. Не сдерживая злости, ты толкаешь его в спину. Твой противник падает. Шум поднимается на всю лавку. Мальчишка-богатей кричит в голос. Он ударил меня, бля! Он ударил меня! И обсыкается. При этом завоняв всю лавку.
На тебя грозно надвигается внушительная фигура незнакомца. Это отец мальчика. Но на плечи тебе ложатся руки своего собственного отца. Блин, было бы круто получить fight бать. Так это правда, Анатоль? Ты ударил дворянского сына. Признать вину недоступно. Ты рассказываешь, что дал сдачи наглецу. Что за рот какой-то? Да твои правды никому нет дела, маленький простолюдин. А как он знает, что я простолюдин? Вопрос. Как он понял? Закон есть закон, тебя ждет наказание. Твой отец сокрушенно соглашается. Ну, можно понять, можно понять. Тебя выводят на улицу и ставят напротив мальчика-дворянина. Ты должен покорно склониться перед ним голову, по спине проходит неприятный холодок. Мальчик довольно ухмыляется, размахивается и наотмашь бьет тебя по щеке. Затем еще и еще. Гнидыч. Гнидыч. Он гнидыч. На утро ты находишь на кровати ящик с соловянными рыцарями Ордена Святых Воителей. Дорого же тебе обошлось упрямство. Ну, батя, респект. Ну, батя, респект. Он все равно нашел этих соловянных солдатиков. Скорее всего, он убил малого и забрал у него солдатиков. Либо он как вор украл их. Может, мы не знаем что-то о бате. Вдруг там ближе к концу окажется, что батя представитель темного братства. Руки Сниджа, ебать. И вот ужин на свежем воздухе, ебать, шашлычок. Но вдруг прислуга подносит отцу письмо. Пока отец всматривается в сроки, с его лица медленно сходит улыбка. Матушка смотрит на отца с недоумением, его лицо словно окаменело. А не Зотти возвращается Грегор Бранте, глава нашей семьи, мой отец. В день приезда особенно мрачен. Духота. Сейчас бы варбанд понастраивать. Отец, желаю тебе здравствия. Дети, поприветствуйте своего деда как положено. Все пытаешься выглядеть как настоящий дворянин? Пфф, ты меня не обманешь, Роберт. Я первым в роду Бранте заслужил дворянство мантии. И до сих пор только я один помню, как нести эту ношу. Ты поставил крест на дворянство меча, женившись на простолюдинке. Ладно, все, дед не издает такие звуки, извините. Меня просто бесит дед, поэтому хочется как-то исковеркать его слова. Я забираю твоего старшего, Стефана, в столицу. Ты не в состоянии воспитать его подобающим образом. Я исправлю твою ошибку. Да Стефан и так каким-то хуесосом растет максимальным. Так что че париться-то вообще? Пускай забирает. ББ просто и все. И вот он открывает дверь к тебе. А я уже стою за дверью с ножом, ведь я учился фехтованию. Как только дед заходит в дверь, вы шпагой отца пробиваете его жопу, и шпага выходит через рот. Дед умирает, а вы забираете дворянство мантии и титул себе. Плюс орех. Что, Роберт? У твоего второго сына солдатики? Да он же простолюдин по рождению, ему не положено даже думать о войне. На твоих глазах дед хватает ящичек с соловянными рыцарями Ордена Святых Воителей, отец молчит. Тебя распирает злость и страсть. Это же и страх. Страсть. Это же подарок к началу учебы. Неодобрительно качнув головой, дед делает шаг к очагу и бросает твою коробку прямо в огонь. Солдатиков охватывает рыжее пламя. Еще немного, и они расплавятся. Ебать, вытащить солдатиков, обжигая руки. Ты вытаскиваешь дорогой подарок из очага. У меня в прошлый раз этого не было доступно, кстати. Если чё. В прошлый раз я мог только расплакаться и ударить деда. Давайте вытаскивать солдатиков. Ебать, дед охуеет, мне кажется. Чисто максимальная решительность. Давайте, на мужика. Ты бросаешься к камину и вытаскиваешь ящик. По краям он обуглился, дерево горячее. Боль приходит не сразу, на ладонях вздуваются огромные пузыри. Ты слышишь громкий вздох матушки. Дед убьет меня, прикиньте. Неожиданно тебя резко наотмашь бьют между лопаток. Ты оборачиваешься, дед нависает над тобой со всей тростью. Ты смотришь на него с упрямством. Не смей противиться мне, щенок, ты никто. Отношения с дедом плюс один. Плюс респект деда. Дед в ярости вырывает ящик солдатиками у тебя из рук и покидает комнату. Отец послушно ведет, следует за ним. Но прежде чем выйти, украдкой улыбается тебе. Ха! Респект! Плюс респект от деда, плюс респект от бати. Просто за то, что я сжег себе нахуй руки. Ха! Изи! За каждое верное решение могу позволить себе по орешку. Какая интересная игра. Решительность 7. Я просто непреклонный. Через несколько недель семья получает от Стефана письмо. Дед определил его в пансион для благородных юношей. Там он усердно готовится к дворянской службе. Деду вообще похуй на Стефана. Он его забрал и сдал, блядь, какой-то приют дворянский. Пансион, ага, как скажешь. Библиотеку, гостиный зал. Отец порой пытается поговорить с дедом. Зачем все время перестраивать дом? На что неизменно получает один и тот же ответ. Это мой дом. И я буду жить так, как полагает дворянину. Бля, ну давайте смотреть правде в глаза. Дед уже крышей поехал. Ему, ну, пора на покой, ебать. Я предлагаю забрать дворянство мантии деда себе просто, и все. Ну, реально, она ему не нужна уже. Он поехал крышей. Кусок не лезет в горло. У матушки
Воспаленные красные глаза. Она снова ночью плакала. Глаза красные не только от слез бывают. Твои младшие сыновья до сих пор не прошли первое причастие. Бля, неужели меня будут хуярить сейчас? Господин Бранте, пусть они немного поживут без удела, они же... Закрой рот! Роберт, твоя жена смеет меня перебивать? Еще раз такое повторится, будет жрать со слугами на кухне, где ей место. Тебе нужно серьезно подумать о настоящем браке, Роберт, с женщиной достойного положения. Жесть, хейчу звероподобного максимально. Глория роняет вилку. Дед смотрит на нее уничтожающим взглядом. По щеке матери катится слеза, отец смотрит в тарелку, сжимая кулаки. Ебать, неужели отец уебет батя? Да не, вряд ли. Я говорю о баронессе Эль-Лодар. Хороша собой, вдова, отличная партия. Судится из-за наследства, нуждается в муже и поддержке. Свою простолюдинку Лидию можешь оставить при себе служанкой, приживалкой, любовницей, мне без разницы. Отец, я не пойду на это. Невероятно, как ты мог променять память о прекрасной Амалии Эльборн на эту низкую женщину, да еще и с низкорожденной на руках. А, незаконно рожденной. Но сейчас у тебя есть шанс ее исправить, не подведи меня. Я грусть испытываю от диалогов деда. Отец едва заметно кивает, стараясь не смотреть на матушку. Позволь мне увидеться со Стефаном, отец. Если меня удовлетворит твое поведение перед баронессой, вы увидите. Завтра она приедет сюда, будьте готовы. Так, ребят, надо достать шпагу, чтобы ёмнуть баронессу. Получается. Сын, завтра к нам в гости приедет баронесса Эмма Эль-Ладар. Я попрошу тебя вести себя с ней почтительно и вежливо. Натан возьмет пример с тебя. Мне нужно, чтобы вечер прошел образцово, не подведи меня. Слушайте, ну батя респект, давайте мы, ну, сделаем так, как он попросил. Все равно мать мне не особо нравилась, если честно. Хотя она была беременна тогда, когда она поступала грубо с нами. Под взором деда никто не осмеливается даже пошевелиться. Дискорд Эрфаб, фото в цвете, ебать. Это строчка прям подходящая под Гришин Дискорд. Ваша гостья, уф. Ну, слушайте, новая мать, в принципе, нормальная. Баронесса, позвольте познакомить вас с сыновьями. Роберта, перед вами Анатоль. О, он знает мое имя. Респект. Ну, то есть нет, но прикольно. И Натан Бранте. Правда, внимание заслуживает главным образом старший, Стефан. Ну, нет, дед. Скоро я пырну тебя, бро. На тебе, испытывающий взгляд деда, как ты покажешь себя перед баронессой? Признаешь это ее право быть здесь в присутствии законной супруги отца твоей матери? Но батя попросил не выебываться. А батя хороший, он и фехтовал с нами, и солдатиков достал. Поэтому давайте любезно поприветствуем баронессу. Ты подходишь к госпоже Эль-Ладар и целуешь ее руку, подражая отцу. Уйти вместе с матерью? Да не, нет, точно нет. Позади слышны слабые всхлипы матери. Ну, сори, мать. Сори, мать, ты была агрессивна ко мне в 4 года, я помню. В беседах между дедом и баронессой Эль-Ладар. Она рассказывает о своих тяжбах из-за наследства покойного мужа. Дед дает ей советы как судья. Дед только советы дает, реально, нахуй. Стандартный дед. Чинно распрощавшись с госпожой Эль-Ладар, отец тихо благодарит тебя за образцовое поведение. Вопросов ноль, батя. Ты сказал, я сделал. Батя, я, батя. Отец возвращается из столицы чернее тучи. Ты послушаешь разговор родителей, оказывается, дед успел настроить Стефана против отца. Старший брат стал холоден и недружелюбен. Плюс симпатия батя. У меня уже +3, кстати, у бати. И еще и с дедом +1. Ха! Дедуля. Ну, выгодно, выгодно держать деда в плюс отношениях. Ебать, я скоро вырасту. Я скоро вырасту. Ебать, я буду здоровяком. Хм. Че хум, блядь. У меня, прикиньте, у меня есть орехи на этом столе, у меня есть орехи на кухне, у меня есть орехи в спальне, у меня везде есть немножко орехов. И поэтому я буквально беру орех, иду в другую комнату, а там опять орехи, блядь. Жесть. Отец начал раз за разом проверять твои успехи в учебе. Придирается, если ты неправильно сидишь. Однажды в сердцах он даже сказал, что многое бы отдал, чтобы вместо тебя в доме остался Стефан. Воу-воу, мэн! Мэн! What the fuck? Батя! Фазер, блядь, это что за слова такие? А теперь она кружит в руках какую-то загадочную трубку. Ба, чё мы сейчас накуримся трубки, блядь, с сестрой? Сестра протягивает тебе трубку, которую все это время держала в руках. Ебать, пыхнем. Смотри, мне подарили калейдоскоп. Ладно. Хочешь посмотреть? Линии складываются в лицо деда, и поворотом калейдоскопа ты рассекаешь его мечом надвое. Нихуя себе. Чё-то жестко. Тебя охватывают противоречивые идеи. Столько всего можно сделать с калейдоскопом. Столько всего можно делать с калейдоскопом. Просто пиздец. Смотреть дальше в калейдоскоп. Это единственное, что я могу сделать. Ты продолжаешь играть с калейдоскопом, складывая из узора воинственные картины. Бля, прикиньте, 1125 год, там телека нет, твича тоже. Ты просто сидишь, ебать, и в 18 часов хуяришь в калейдоскоп, ебать. Уу! Санники, бля, минус дед, лоу.
Стрим в калейдоскопе в натуре. Что у тебя делает эта игрушка, Анатоль? Почему ты бросил заниматься? Отдай ее немедленно сюда. А на завтра время твоих занятий удвоено. Ебать, 2 X-джероны. Рекламный стрим. А, это ты, Анатоль, глядишь, что дед кушает. Бля, мне страшно представить, что он хавает. Дед восседает на диване, одной рукой он кушает арбуз, сидя в трусах. Жесть. Ладно, шучу. Там фрукты в сахаре, сладость. Запретная для простого сословия. Я поверил. Часы бьют 3 раза. Дед поднимается, убирает вазочку с фруктами на полку и выходит во двор. В это время он всегда совершает прогулку по городу. Глория пихает тебя локтем в бок. Ты вопросительно смотришь на нее. Че надо, бля? Она глазами указывает на полку. Ты сперва пикаешься, но любопытно сильнее страх. Бля, она предлагает захавать этот лут? Не, точно нельзя трогать. Ребята, это пиздец. Дед убьет нахуй. Ты берешь сладость первым. Что? Даже выбора не дали. Дед же убьет меня за этот сахар, блядь. Блядь. Ой-ой-ой. По ступеням раздаются тяжелые шаги, которые вторит стук трости. Дед почему-то вернулся. Ты быстро прячешься за кресло, тянешь сестру за тобой, но Глория стоит, застыв в ужасе с вазочкой в руках. Блядь. Дверь открывается. Грозный дед надвигается прямо на Глорию и хватает ее за руку. Грязная, неблагодарная простолюдин, как ты смеешь кусать руку, которая тебя кормит? Если бы не мой мягкотелый сын, ты и твоя мать потаскуха прозябали бы сейчас в какой-нибудь канаве. Лишь дворянам дано право наслаждаться жизнью и есть сладкое. Забыла свой удел? Дед наотмашь бьет Глорию по щеке. Сестра падает прямо у твоего убежища. В ее ладони растекается злосчастный сахар. Где-то там есть вариант, блядь, типа спиздить сахар с ладони. Слезать с ладони, блядь. Дед приближается, занеся трость. И тут видит тебя, съежившегося за спиной кресла. Не трогайте его, господин Бранте. Это все я. А он меня отговаривал. На скуле, блин, Глория, респект нахуй. Она такая крутая, пиздец. Надо ее задефать постараться. И Глория попалась с поличным, а ты нет. Ты еще можешь избежать кары. Ну что, сопляк? Ты брал сладости? Или эта дрянь говорит правду, и ты пытался ее отговорить? Дразнить деда вместе с сестрой. Так, мне больше всего нравится вариант признаться. Это честно. Мне жалко сестру, потому что дед уничтожит ее. А так хотя бы он на двоих как-то, возможно, поменьше будет наказание. Ты встаешь и признаешься в своем проступке, с трудом выдавливая из себя, что ты ел сладости, а Глория успела только взять их в руку. И ты надеешься, что это защитит сестру, но ты ошибаешься. Но, блин, я не хотел лгать, мне было обидно за сестру. А дразнить деда, ну это слишком жестко, мне кажется. Дед багровеет от ярости. Удары трости обрушиваются поочередно, то на тебя, то на твою сестру. А если бы такого бы не было, то он бы хуярил только сестру. Поэтому, ну, нормально, задефали. Внезапно. Перед лицом отца и деда вы клянетесь больше никогда не трогать то, что вам не положено. Блядь, дед, блядь, дурка какая-то. Сегодня день вашего причастия. Бля, плюс плеть. Родители усаживают вас в карету. Натан хнычет, хочется есть. А чел, ты заебалась, не можешь похавать. Тебя беспокоит только еда, тебя сейчас будут плетью хуярить. Старина, как бы, там не до еды будет. Перед вами возвышаются священники в черных одеяниях. В одной руке у него меч, во второй тяжелая плеть. В следующем будет причастие Натана. Ебать, чувак, довольно опасно выглядит. Младший брат вдруг начинает брыкаться и вырываться. Слушка силой выводит его к алтарю и бросает ниц на щербатый пол стороны простолюдинов. Под его колени летят алые брызги. Настолько зазубрины впитываются в колени. Пиздец. Не буду. Анатоль, почему меня хотят бить плеткой? За что? Ты пытаешься прорваться к Натану, приободрить его, защитить, но служанка держит тебя крепко. Свист плети. Правое плечо, левое плечо. От удара брат падает на землю. Священник говорит Натану подняться. Его удел получен. Натан с трудом бредет обратно к матери. Колени и ладони разодраны, он сломлен. Слушка насильно склоняет твою голову к земле, над тобой заносят плеть. И ты принимаешь свой удел? Блять, а был варик поцеловать меч? А, мне тупо запаса сил не хватает, прикиньте. Но меня бы уничтожили, естественно, это понятно. Если бы я поцеловал бы меч, меня бы убили, блядь, скорее всего. Давайте попробуем как чисто бойцы, потому что в прошлый раз дед нас награждал за это. Возможно, и сейчас так же будет. Попробуем просто поднять голову, нахуй. Как воин, ебать. Священник замахивается плетью. В ответ ты поднимаешь голову и встаешь с колен. По храму несется возмущенный ропот. Свист, удар, правое плечо. Ты не опускаешь головы. Второй удар, левое плечо.
ты продолжаешь стоять. Блин, я это читаю, у меня аж мурашки по коже, блин. Приятно осознавать, что так все написано интересно. Никто не решается вмешаться, даже сам священник в замешательстве. Сквозь зубы он велит тебе идти прочь и впредь быть покорным, как положено людям простого сословия. Матушка подхватывает тебя и ведет наружу. Она отчитывает тебя, что ты не проявил должной покорности. За вами следует дед. Ты восстал против чьей-то могущественной воли. Тебе страшно, что в ответ эта воля однажды уничтожит тебя. Чисто интересно. Если бы у меня хватило бы запаса сил, и я поцеловал бы меч, меня бы сделали дворяном? Мне кажется, нет. Это был бы бред максимального уровня, если это действительно так. Поэтому 100% нет. Возможно, дед бы респектанул бы просто. Но дворянам бы не сделали по-любому. От твоих поступков теперь зависит, какое место тебе будет уготовано в странном и жестоком мире взрослых. Детство кончилось. Надо окно закрыть. Окно было только в детстве. Все меньше игр и все больше трудной учебы. Блин, вот забавно. У меня наоборот. Чем я старше становлюсь, тем больше игр и меньше учебы. Лол. Ебать, last глава называется «Восстание». Пиздец, чё? Это настолько глобально будет? Я буду чем-то править? Я буду... Ебать, жестко. Как в Детройде. Детройте. Сейчас буду в школе знакомиться с типами. Раздел «Карта империи Теодо...» Вау! Даже так? Ебать, Джеронию создаем чат. И вот брат зовет тебя снаружи. Он стоит на крыльце весь в грязи и хнычет. Ты выходишь, брат продолжает реветь. Там... Там был мальчик, он толкнул меня в канаву и обозвал разодетым дураком. Я сказал, что позову брата, он все еще там, накажи его, Анатоль. Натан указывает на ебать, что за Джорджи референс, блядь. Бруно Буччелати, нахуй, посмотрите на него, что за пафосный пиздюк. Вот, Анатоль, это был он. Указав на младшего из мальчиков, Натан прячется за твою спину. Томас ухмыляется и закатывает рукава, обнажая широкие предплечья. Судя по всему, он уже давно помогает в доме с тяжелой работой. Слушайте, богатеи. Нам ваше общество даром не сдалось. Никто не смеет называть наш дом вонючим крысятником. Канава и купание в ней твой мелкий заслужил. Он назвал их дом вонючим крысятником? Тогда по факту. Типа, ну я не буду его хуярить. Ну правильно он сделал, что отпиздил его. А нахуй он назвал их дом вонючим крысятником? Кулаки сжимаются сами собой. Натану не следовало обзываться. На смешку лучше всего отвечать насмешкой. Но скидывать брата в канал было чересчур. Томас держится уверенно, он не видит в тебе угрозы. Но ты уже почти готов встать в стойку. Решить все миром. Эту ссору вполне можно уладить миром. Ты поворачиваешься к Томасу и предлагаешь, чтобы его брат принес извинения в обмен за извинения Натана. Ссориться дальше нечего, а с Натаном ты поговоришь дома. Это будет по-взрослому. По-взрослому, значит? А я, по-твоему, молокосос? Бля, дурак какой-то. Нечего тут строить из себя. Он кидается в атаку. Тебе едва удается увернуться от прямого удара в лицо. Тяжело дыша от гнева, вы начинаете обмениваться ударами. Но все-таки все равно пошла пизделка. Раз за разом ты уворачиваешься. Ебать, я пытаешься его достать. Пару ударов приходится по Томасу вскользь. Он даже их не чувствует. Какой здоровый. В каждом следующем твоем замахе все больше злости. В отчаянии ты бьешь Томаса в нос со всего размаха и тут же пропускаешь удар в висок. Будто удар от огромного колокола. На мгновение ты теряешь зрение. Я ничего не вижу. Томас перед тобой, из его носа ручьем бежит кровь. С крыльца вам грозит кулаком разгневанный мужчина в рабочем фартуке. Лицо Томаса мгновенно искажает страх. Мой отец, бежим! Лол. Пипа спринт. Эх, все равно высеку. То отца рука тяжелая, и нудеть про уделы будет еще несколько дней. Молитву повторять заставят, как обычно. Вечно на это напарываешься. Как еще доказать, что ты ничего не что ты чего-то стоишь, как не в драке? Ты говоришь, что Натан будет молчать, а ты заодно объясняешь ему, как себя вести, чтобы снова не очутиться в луже. Вы пожимаете руки, рукопожатие Томаса крепкое, прямо как его удары. Нет, Томас нормальный тип. Я сначала набугуртил на него, но потом я понял, что он, в принципе, прикольный чел на самом-то деле. Вы идете обратно по грязным переулкам, связанным е общим секретом. Кажется, сегодня у тебя появился друг. 9 лет, пиздец, я вымахал уже. День выдался жарким даже для иссушенной солнцем Магры. Вы с Томасом закатили рукава рубашек, но это не спасает. Будь вы в компании одних мальчишек, можно было бы расстегнуться. Расстегнуться, Билли Ридова. Понимаю. Так, но еще сегодня во дворе 3 девочки. На одну из них хочется смотреть как можно дольше. Ебать. Ее зовут София. Я прям вижу, как 9-летки вот такие типа подходят и начинают травить истории, чтобы София посмеялась, но мне кажется, ей похуй. Вдруг камень на дороге. София спотыкается и падает в пыль. Плюс шанс помочь. Ебать! Что происходит?
Улица дрожит от топота. Из-за поворота влетают всадники. Ты узнаешь герб на знамя, на знаменах. На изумрудно-зеленом фоне черная змея-клинок. Это сами меланиды. На их пути поднимается с земли София. Ее мать, прижавшись к калитке, отчаянно зовет дочь. Ты замираешь в ужасе. Неужели всадники не видят ее? Они остановятся или пронесутся прямо по ней? Еще пара мгновений эту чудесную девушку снесут, растопчут, задавят. Заслоняем. Похуй. Ты бросаешься на дорогу и машешь руками, что есть сил. Топот копыт оглушает, но они так близко, что все тонет в пыли. На миг кони едва замедляют бег перед твоей маленькой фигурой, и этого мгновения Софи хватает, чтобы выскочить на обочину. Но всадники пришпоривают коней. Лавина из копыт сбивает и прокатывается по тебе. Кости хрустят, дробятся, превращаются в крошку. Все, сдох, походу. Но хотелось засейвить. Я думал, получится. Невыносимый гул разрывает уши, задает ритм. Каждому новому всплеску боли все твое нутро перемешивается в кашу. Последнее, что ты помнишь, звук ломающегося черепа. Пиздец. Ну, вообще, это логично, на самом-то деле, что меня разъебало. Я что-то подумал, знаете, что это как, ну, геройство там, это типа как, блядь, не знаю, в фильме каком-то. Но игра довольно реалистичная. Иди, твое время еще не настало, тебе пора вернуться в мир. А, это типа, я понял. Любовь существует не только здесь, в посмертии. Она внутри всего божественного замысла, по которому устроена земная жизнь. Как-то любовь дана тебе в земной жизни. Семья, выбираю. Ты вернулся. Всем привет, чат. Не понял, как он выжил. Ну, типа, благодаря высшим силам каким-то. Неприятный влажный запах. Ты открываешь глаза. В полумраке гробницы видны фигуры матери и отца. Они вполголоса о чем-то говорят. Твой вздох обрывает их разговор. Матушка бросается обнимать тебя, отец набрасывает на тебя свой плащ. Не говоря ни слова, они ведут тебя из гробницы домой. Я тупо переродился, ебать, прикиньте. Я-то думал, что у меня просто игра вернется и даст мне выбор, типа, оставить подругу. А я переродился. То есть, в принципе, я могу даже не жалеть, а то... Ну, это неожиданно. Так, а тогда мы могли и Софию не спасать. Она бы возродилась просто, и все, нахуй я ее засейвил. Блин, прикольно придумали. То есть я-то думал, что меня просто откинет как неправильный выбор. А здесь это действительно продолжение. Так, и еще кто нас там задавил? Герб змеи. Убить нахуй. Как только я стану дворянином и залутаю себе какую-то страну там, или не знаю что, войной нахуй на этих змеевых. Почему они не остановились, реально? Девочка, блин, вообще просто убивать нахуй. Против змей. Слизерин, блядь. На перебой спрашивают, каково это умереть. От надоедливых расспросов тебя спасает Томас. Кент. Он расталкивает собравшихся, обнимает тебя и хлопает по спине. Ебать. Томас. Круто. Респект. Респект. Реально Кент. Реально Кент. Плюс один? Да я жизнь тебе спас. Плюс пять минимум надо было. Плюс один. Чё за бред? Равнодушие, пиздец. Спас подругу от малой смерти, а ее потом просто забрали отсюда. Все, пиздец. Бля, приезд Стефана. Жесть, он же сейчас все это время был в приюте этом дворянском. Сейчас он будет супер-ультра-мега ЧСВ. 100%. Стефан скользит взглядом по твоему поношенному платью и грязным ногтям. Усмехается. Ну, короче, дед научил его. Дед научил его быть мразью. 100%. С Глорией твой брат вовсе не здоровается. Супер-мразь. Криворукое отребье. Все вздрагивают от неожиданности. Дед багровеет и яростно смотрит на служанку с кувшином в руках. По новому камзолу Стефана расползается обширное пятно от вина. Оу. Намечается негатив какой-то. Любезный дядя, не волнуйтесь, за этим столом полно черни, которая может подать нам напитки и блюда. Стефан через стол в упор смотрит на сидящую рядом с тобой Глорию. Дед усмехается. Стефан не сводит глаз с Глории. Молчание затягивается. Глория встает со своего места. Если так угодно господина Бранте, ты сжимаешь под столом кулаки. Как может так позорить семью, мать, сестру? Это все влияние деда, ведь Стефан без его дозволения даже обнять отца не может. С другой стороны, они дворяне и в своем праве. Может ли этот ужин стать еще невыносимей? Помедлив, ты снимаешь с колен салфетку и встаешь вслед за сестрой. Спустя мгновение скрипит другой отодвинутый стул. Это матушка. Вы втроем подливаете вино и воду в бокалы, разносите кушанья, убираете пустые тарелки. Эльборн пытается беседовать с отцом,
Но разговор у них не клеится. Тогда он переходит к деду и Стефану. А где поддержка Глории, я что-то не понял. Что-то как-то не чувствуется поддержки, если честно. Это твой удел. Ну да. Ты не приберег родным и разделил унижение вместе с ними. Выдержка, которую ты проявил, придала тебе новых сил. Из кареты выходит юная госпожа в роскошном платье. Минуточку. Опа, вообще, закентиться с юной госпожой — это выгодно. Грациозное движение и самое поразительное — небесно-голубой оттенок ее кожи. Это реально новая раса? Я охуел только что. То есть здесь помимо людей есть еще и типа... Ну это тоже ответвление людей. Понял. Аркника, она похожа на ожившее произведение искусства. Когда Аркника чинно поворачивается обратно к карете, что-то выскальзывает из ее рук и падает на мостовую недалеко от тебя. Платок. Плюс лут. Платок оказался прямо у твоих ног. Он выткан из дорогой ткани, с воздушными изумрудными кружевами. Сердце замирает. Обратишь ли ты на себя внимание прекрасной Аркники? Или пропасть между... А, или пропасть между вами слишком велика? Спрятай добычу. Бля, прикиньте, сколько с Томасом можно обменять на этот платок. Да мы, блядь, месяц можем хавать виноград какой-нибудь или там, не знаю, сладости. Спрятать добычу. Вернуть платок Октавии. Ну, смотрите, вернуть платок Октавии. Какой шанс у нас есть, что она как-то нас там заметит и так далее? А потерять запас... Ну, я хотя и не думал думать о циферках, конечно, но... Ладно, давайте. Ну, я вот представляю себя в ситуации, а я вернул платок. Нахуй мне нужен этот платок, а так хотя бы, ну, шанс... Побазарить с подругой, почему бы и нет. Пересилив боязнь, ты следуешь за госпожой Меланит и срывающимся голосом окликаешь ее. Эй! Госпожа Меланит! Платок упал. Аркника оборачивается. На ее прекрасном лице недоумение. Ты протягиваешь ей оброненный платок. На лице госпожи Октавии появляется брезгливая усмешка. Она делает небрежный жест в сторону гвардейцев. Жесть, ну ЧСВ. Надо было оставить себе. Гвардеец наотмашь бьет тебя по лицу рукой в латной перчатке. Переносится жалобно хрустит. Голова взрывается тяжелым гулом. Ты отлетаешь на землю. Лайк. Лайк. Так, я понял. Простолюдинам не стоит отдавать платок. Сквозь звон ушей доносится голос гвардейца. Тот интересуется у госпожи, вернуть ли платок. После рук простолюдина, пускай лучше утрется им. Блять, ну да, конечно. Понадеялся на добро. Ну все, это же... Она тоже, да, в карете со змеиным этим гербом. Короче, мы хейтим Слизерин на 100%. Запомнила тебя. Ну, в принципе, а вдруг это неплохо? Все равно, мне плевать, что она меня запомнила. Это я ее запомнил. Вот так вот пускай будет. На другой стороне галактики, в параллельной вселенной, есть игра, где вы играете за Октавию Меланит. И там, в этой ситуации, ей написано, что я ее запомнил. Картинка подходящая, конечно. Именно так и произошло наше знакомство. Один в один. Так, мне 12, ребят. Пора скачивать линейку и просыпаться в 4 утра, чтобы фармить антквин. За твинков-сорков. У тебя еще есть 2 внука. Эти мягкотелые мещанские сосунки. Блин, у тебя плюс 2 со мной, бро. Ну нахуя этот негатив? У тебя плюс 2 со мной. Эти мягкотелые мещанские сосунок. И его второй брат, нормальный Кент. Надо было так... Они ни на что не способны. В лучшем случае средний добьется дворянства мантии. Это я средний! С мальчишками с соседней улицы. Они услышали про вашу крепость из досок и тут же завопили, что простолюдинам нельзя строить военные укрепления. Я думаю, с Томасом нужно накидать им поебалу. Пообещали, что нынче тем же вечером пойдут ее ломать. Томас заявил, что будет защищать деревянную крепость до последнего. Бросить книги и уйти на помощь к другу? Голова идет кругом. Дошкольная экзаменация остается только этот вечер. Если... провалиться, семья будет тобой крайне недовольна. Нужно успеть повторить право или богословие. Тем временем Томас и ваша крепость в беде. Как не вовремя. От мысли об этом зубы скрипят от злости. А у порога сопит Натан, за всех сил стараясь не мешать. Младший брат, зачем ты неловко протягивает тебе руку помощи? Примешь ли ты ее? Бля, чат, честно, хотелось бы пойти на помощь Томасу или уделить время младшему брату, но я понимаю, что сейчас гораздо важнее экзамены. Потому что это мой единственный шанс в будущем на что-то повлиять. Поэтому я остаюсь учиться. Если что, я потом, когда стану великим дворяном, отобью эту крепость нахуй. По-серьезному уже. Так, ну все, с батей плюс 4. Блин, Томас, наверное, грустит, что я не помог ему крепость отбить. Твой друг поднимает руку в ответном приветствии, и тут его окатывает помоями из ведра. Ебать, они что, охуели совсем?
мех. Сын портного плохо пахнет. Пусть сидит подальше от приличных господ. Не, не перебарщит, я ебашу, мне похуй. Плевать на концовку, я ебашу. Конец тебе, Дидерик. Томас воинственно бросается на дворянских детей, обступивших своего предводителя. Однако те только этого и ждали. Томас первый на них напал, ему не дают сделать и шага, хватает сразу вчетвером. Дидрик ухмыляется и пинает твоего друга под дых. Томас шумом глотает воздух и начинает кашлять. За твоей спиной четверо держат яростно вырывающегося Томаса. Остальные ученики замерли, сидят за вами в страхе. Нахально Дидрик протягивает тебе руку, ожидая, что ты ее пожмешь. Как ты поступишь? Пожать руку, он прав. Дружба с дворянскими детьми полезна для семьи. Уговорить, да? Дети дворянской мантии пока еще тоже... Бля, я вызываю его на бой, нахуй. Мне плевать. Реально, он окатал помоями моего кента. Я и так провинился перед Томасом, не задефав наш форт. Но там была важная тема. Там была важная тема, потому что там нужно было учиться, чтобы получить на норм оценки на экзаменах. А здесь он вообще охуел. Он просто так издевается над моим кентом. Схватка. Схватка. Тем более я, ну, должен быть сильным, по идее. Ты не протягиваешь руки в ответ. Вместо этого ты предлагаешь Дидрику показать хоть немного достоинства и схватиться с тобой один на один, если, конечно, тот считает себя сыном дворянина. Ебать! Руж. Бля, надеюсь, я его отхуярю, пожалуйста. Уже же учитель имперского права заставляет всех мигом вернуться на скамьи. Блять, вот это вот ожидание. Я прям вспоминаю, как в школе какой-то чел говорит, типа, ну все, пиздайте после уроков. И ты просто ждешь. Ты просто ждешь, чтобы упасть на него пузом. И он извинился. Дидрик сопротивляется недолго, получив очередной удар, он визжа отпрыгивает и поднимает руку. Ты победил. Ультра изи. Так, но осталось обоссать его, получается. Вместе с Томасом. Бывшая свита Дидрика молча расползается. Симпатия с Томасом. 13 лет. Ебать. Через пару лет уже на лидерку в сампе становиться. Мальчик подпрыгивает. Учитель просит повторить его последние слова. Бриен замирает, мгновенно сжимается в комок. Он пытается что-то сказать, но будто потерял голос. Кажется, кого-то ждет наказание. Учитель нависает над Бриеном, щеки мальчика багровеют, на глазах выступают слезы. Все смотрят на окованную железом книгу в руках учителя. Книга резко поднимается за махи. Бриен визжит, выставляет руку перед собой. Вспышка. Учитель богословия с криком хватается за лицо, его волосы объяты пламенем, кожа опалена. Магия. Настоящая, как в книгах при восстании в Магре. Класс замирает, книга с глухим шумом падает на пол. В тишине звучит истерический смех Бриена. Он встает со скамьи, в его глазах огонь. От пальцев летят искры. Начинаются крики, ученики бегут к двери, учитель богословия с воем пытается сбить пламя с головы. Бриен щелкает пальцами, книги из Затиса на стол вспыхивают столбами, Бриен хохочет. Ебать, что? Он воздевает руки, загораются шторы на окнах. Он реально маг огня, пог. Шкет чисто поджег школу. На следующий день в школе вам запрещают упоминать имя Бриена, его больше нет. Магия огня, чат. Делаем билд мага, получается. Не могу найти Глорию, я посмотрел везде, ее нет на чердаке, нет в гостиной, нет на кухне. Я подслушал, что она хотела забраться во дворец Чара Меланида. Боюсь, она так оттуда и не вернулась. Собирайся, Анатолий, идем за Глорией. Наверняка и правда пошла в руины. Вдохновение для стишков искать. Спрашивая, с чего вдруг мне есть дело до Глории, а как я могу поступить иначе? По законам чести я должен защищать семью. Глория никогда не будет частью рода Бранте. Но отец все же взял ее в дом. Я уважаю его старшинство и забочусь о том, кого он по своей милости приютил. Так что мое дело выручить ее, а твое, как члена семьи, хоть и неблагородного, мне помочь. По факту. Глория лежит лицом вниз, спина сестры подергивается в рыданиях. Ее обступили какие-то молодые оборванцы, они грубо хохочут и пьяно машут руками. Раздаются выкрики, ишь. Стихи вздумала писать, благородно себя возомнила, что ли? Она же обычная мещанская девка, сейчас не покажет ей место. Один из парней плюет на лежащую Глорию. Ты пожалеешь, чел. Ты пожалеешь. А ну убирайтесь, мрази, пока брюхо вам не вспорол. В ответ только глумившийся смех. Стефан выхватывает шпагу. Держись возле меня и не подпускай их за спину. Рука Стефана дрожит, но он не теряет воинственного вида. Силы не равны, ты колеблешься. Не лучше ли позвать стражников из соседнего квартала? Молодые мерзавцы вооружены чем попало. Осторожность приближается к тебе и Стефану. Лучшим вариантом здесь будет вместе со Стефаном поработать. Хоть мне и не нравится Стефан, сейчас он начал вести себя более логично, потому что вырос. И вдвоем мы сможем навести больше суеты, чем я сам просто с камнем пойду в бой. Уверенный голос Стефана придает силы тебе. Ты следуешь команде брата-дворянина. Вооружившись палкой, ты встаешь за спиной Стефана и яростно отгоняешь тех оборванцев, кто пытается повалить его сзади. Один из шпаны бросается на брата с камнем в руке, но ты ударом палки валишь его на земь, прямо к ногам Стефана. Блеск шпаги, лезвие погружается юноше глубоко в живот, хрип, ручей крови на земле. Ебать!
Парни пораженно останавливаются, лицо Стефана непроницаемо. Он утягивает шпагу из тела и снова принимает стойку. Ты замираешь, ошеломленный тем, как просто легко Стефан лишил жизни человека, словно в зубах поковырялся. Шпана вот-вот даст дёру. Кажется, они не верили, что юный дворянин и впрямь пустит клинок в дело. На их лицах растерянность и злоба. Стефан фыркает. Простолюдины, что с вас взять? Только так вы что-то и понимаете. Молодчина, брат, Глория, вставай, идем домой. Он чуть оборачивается на сестру. В тот же миг парни озверело кидаются на вас. Тебя быстро оттесняют от Стефана и припирают к стене. Несколько сильных ударов в живот, в лицо, потом ты теряешь сознание. Темнота рассеивается. Ты в своей кровати, рядом в кресле читает книгу Стефан. Он жив. Левая рука на перевязи, под глазом синяк. Ты пытаешься сесть, голова кружится, подташнивает. Стефан отрывается от книги. Лучше лежи, тебе неплохо досталось. Все-таки их было многовато для одного воина. Пусть и с хорошей подмогой. Ты меня впечатлил. Сражались вместе, прямо как в армии. Дворянин командует, простолюдин выполняет. Но мне эта фраза не очень понравилась. Я просто помог, чтобы задефать Глорию. Как нам и положено по уделу. Но мы оба защитили честь семьи. Знаешь, быть дворянином — это то еще бремя. Не каждому по плечу. Нужно быть храбрым. Не чтобы кидаться в каждую схватку, а чтобы исполнить свой долг. Ведь каждое решение, принятое дворянином, — это часть истории его рода. Оно остается в реке крови навсегда. Станет наследием для всей фамилии. Я был рад сражаться вместе с тобой, брат. Плюс отношения с братом, получается. Ну, он реально стал лучше, ну, по факту. Он вырос и реально стал вести себя, хоть все еще с толикой ЧСВшности, но он может себе это позволить, там, он меч целовал, все дела. Так что... Я считаю, я правильно поступил. Все, спасибо всем огромное за просмотр. Удачи вам, пока-пока.